обратить внимание всех, что есть не только бабушки, про которых мы пишем, а есть бабушки, которые живут в соседнем подъезде, которые стоят на улице с рукой протянутой. То есть вы можете подойти, спросить у этой бабушки, начать ей помогать. По воле Всевышнего, друг моего мужа увидел ваше письмо. И он прислал вам Сатарау 100 000 тенге в помощь.